Вы обратите внимание на выражение президента Алиева. Он говорит: «И Ереван наш». Представляете, он родился в 18-м году, его государство, а говорит, что Ереван его. Представляете, до чего бездарность, хотя он МГИМО закончил, но бездар, он, наверное, на шпаргалках учился, он никакой истории не знает. И обучили своих академиков и ученых такому явлению, то есть история армянства, история других государств берут на себя. Ну зачем ты такую шваль творишь? Ты оскорбляешь народ, уже люди смеются над историей, которую ты создаешь. Ну народ есть народ, ну какой ты был, такой есть, что ты придумал?